Чем я занимаюсь? Чем? Мне пришла новая одежда. Это вот от месяца до трех. Я надеюсь, что мы успеем все это поносить. А это от трех до шести. Вот. Это на лето вот такие вот сарафанчики. Ой, сзади повязочки такие. Вот тоже. Завтра все буду гладить, все буду складывать. Я представляю, как она в этом во всем будет выглядеть. Ну, смотрите, красиво же, да? Я прям не могу, я прям любуюсь тут всякими этими комбинезончиками, всякими бодиками, все шапочками, господи. Такие приятности вообще. Я не думала, что так будет круто именно детскую тут бодики тоже выбирать. Смотрите, кто ко мне приехал. Уставший такой. Сейчас поедет в клинику к зубному. Ну, улыбнись хоть. Разговаривали с папой. Он говорит, где твои мальчишки? А я одна дома, потому что мои мальчишки кто где. Геш уехал домой, Роберт в Лермонтове прилетит завтра, Маркус работает, а я, у меня ночной жор, я ищу фильм, который можно посмотреть, вообще просто не знаю, что посмотреть. А еще у меня сильно болят глаза, уже, наверное, неделю, я не знаю, из-за чего, из-за беременности. Или из-за телефона, из-за компьютера. Просто, знаете, когда вот как будто не спал пару суток, и прям сильно-сильно болят глаза. Я читала, что это может быть из-за беременности, что там не хватает каких-то штук в глазах. Короче, вот кукую. Если вдруг что, сразу всем звоню, все наготове. Смотрите, кто приехал. Я теперь не одна дома. У меня сегодня вообще целый день гости. Ну как отдохнул, рассказывай. Классно? Обувь. Искупался, сейчас будет вещи раскладывать свои. Ой, я так это в бассейн упался. А потому что это вымышлен. Блин, расческа нужна. Что, знаешь, в чем минус? Магазине, зимой будет вот так вот вообще ужасно, потому что холодно, вот день. Зима еще не скоро. Ну да. Таким малышом был на доме два, а сейчас такой большой, получается, можно забирать. Красавчик такой. Понял.